Цель проекта «Поколение Next» заключается в объединении молодежи развилки в команду единомышленников, которые организуют разные мероприятия как для себя, так и для самых маленьких жителей поселка. Тем самым перспективный проект оправдывает свое незаурядное название. Детская площадка в самом центре поселка Развилка – постоянное место проведения мероприятий проекта «Поколение Next». Автор проекта Екатерина Бородина направила его на соискание премии «Наше Подмосковье». Создать проект – дело одно, а сделать так, чтобы он достойно реализовался, куда сложнее. Екатерина Бородина отлично справляется с ролью наставника, хотя сама не намного старше своих товарищей. Говорит, за время действия поколения Next вместе с командой она провела множество мероприятий. Больше сотни проектов было уже реализовано на данный момент. Ну, так, мелких, крупных, понятно, мы все считаем. Для нас каждый проект особенный. И чем больше, тем лучше. Чем дольше будут приходить новые люди, мы будем передавать им бразды правления и дальше будем существовать. Программа проекта весьма обширна. Ребята организовывали детские мероприятия, встречи с интересными, как правило, творческими людьми, а взамен получали, пожалуй, самое важное – искренние отклики и даже известность среди местных жителей. До сих пор, когда я иду по улице, нас узнают, здороваются и все счастливы. Проект активно поддерживает библиотека поселка. Многие мероприятия проходят на ее базе. Дружная команда поколения Next проводит здесь свои собрания, обсуждая детали каждого мероприятия в непринужденной обстановке. Заведующая учреждением Ольга Колыванова отмечает успешность взаимовыгодного сотрудничества. Наши мероприятия стали креативнее, наши мероприятия стали интересными. Пошел приток людей на наши мероприятия. У нас увеличилась посещаемость мероприятий на 15%. Это достаточно много для сельской библиотеки. Команда поколения Next смогла оживить и разнообразить досуг молодежи поселка. Коллектив планирует развивать проекты дальше. В планах создания театральной студии и молодежного клуба. Победа в премии «Наше Подмосковье» поможет в воплощении новых и полезных идей. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.